Доступен новое оружие, какой-то пистолет Армат. Ну что, посмотрим, что там у нас с апгрейдами. Пистолет-пулемет. Интересно. Вот это мне нравится. Какие нахрен челленджи? Вы что, офигели? Так, сервис пистол, что там у нас? Ну ладно, глушак это нормально. Iron Sight. Интересно, как лазерный прицел может добавлять меткость? Не, ну как понятно, как, ну как, но это компьютерная логика. Так, что там у нас еще есть интересного? Так, свою пульсовую винтовку я прокачал. Так, что еще тут интересного есть? Блин, а мне на импульсную винтовку только глушитель можно добавить. Ну нахрена мне глушитель в этой игре? Тут что, ну, можно по стелсу такое кого-то убить? Что? Тут по стелсу? Стелс есть, да. Теоретически. Я думаю, они добавили, а потом они не смогли справиться с настройкой ботов. Слушай, а что за, вот смотри, штурмовая винтовка называется VUNSG-23, да? У меня каких-то две сейчас были штурмовых винтовки. Одна по правой кнопке огнеметом фигачила, а другая правой кнопкой прицеливалась. Это ты какую винтовку Рипли нашел? А, понял. Помнишь, что там обмотанная такая? Да. Значит, это не к ней будет модификация, я понял. Да, вообще не к ней. Ну, это тогда я не буду модифицировать. Придется лазерный прицел купить. Это все, что я могу купить. Ну чё? Продолжаем разговор? Или как? Ну да, да. А все равно делать нечего. Как и продолжать. Ага. Ты это самый линк на этот самый на. А, да. На стрим. Закинь в чат. Пускай люди порадуются за нас. Сейчас, да. О, господи, опять я промахнулся мышкой. 3D-код включаю. Хорошо, что я не нажал на 3D Max. Я бы вообще ждал минут 5. Процессор так... Оператив URL. Оператив. Удилку, да, кину? Да, кидай. Че, я уже нажал? Ой, я уже нажал старт. А ты подготовил уже все? Да. Статус. Ага. Так. Понял. Уинтер. Сулак, это Уинтер. Ответь. Сулак, вы меня слышите? Черт возьми! Уинтер, Уинтер, давай, Сулака. Клади меня знает, сынок. Сэр, мы на бридже. Just got here too late. Сын, don't bother dwelling on it. It's over. We're now evacuating the Сулака.
Raider 6-5 will wait for you, but goddammit, son, don't make us wait for you. Actual out. How far from the dropship are we? What, that in meters or the number of things trying to kill us? About 400. Так. Здесь нет логов, и нужно, можно найти три жетона. Ты по через таб, да, смотрел? Да. Там кто-то что-то в Discord, по-моему, писал. Ну-ка, реально быстро. Это я. Понял. Удилка ничего никто не писал. Рядом, это когда я могу дать тебе пинка в отсад. The PMCs are trying to take our dropship to escape. Get back here. I am out of your 20 likes. Complete boys. Что она сказала? Это наемники пытаются захватить шлюшку? Шлюшку? Белочалку? У меня высасывает куда-то. Блин, что-то оно такое... Я, честно говоря, не пил, я ладно. Авария. Я тут, конечно, туплю. О, дырка. Да я тоже смотрю, дырка. Да блин. О, бронежилет. Такая броня, у меня полная броня. Так, ребята. Хорош, но тут двери летают. А, вижу. Да. Там, походу, открытый этот самый. Плюс. Это тут дверь закрыть нельзя. Плюс. Значит, Беллу надо беречь. Беллу надо беречь. Это у нас такое. А, наверное, взорвать надо. Черт, блин, меня отсосало. Давайте дам руку. Держи. Ну ладно. Так, что-то у нас такое. Кто здесь? Да открывайся ты уже. Хватит дышать в спину, да? Так, броник. А это ты тут? А, вот она. Причем, смотри. А ты посмотри на текстуры, как начались. Вот. А, да. Дверь VLEF 5.0. Да, то есть вот, просто скопировали. И здесь вот смотрю сюда. Тоже... А, нет, здесь еще нормально, это потом. Я потом под конец игры на самом деле заметил, когда там уже было. Ладно, неважно, пошли дальше. Как там Финзаде говорил дяде Вола? Веселые вы ребята, да? Вот потому что. Жиробаксы делали Borderlands вместо того, чтобы делать весь этот горький катаклизм. Наблюдаем здесь, ну. Так, красота. Как там было? Можно бесконечно смотреть на то, как работают люди. Нет. Как течет вода, как горит огонь. Да. И как кто-то работает. Да. Правда, как оно может гореть в космосе? Кстати, да. В безвоздушном пространстве. А с другой стороны, если там воздух, ну блин, ну, они ж не сделали так, как будто это воздух выпускается. Ну, он бы там... Да еще и дым идет, видишь, сверху тут. Да. Так, просто, как будто там... Так,
У нас есть бесполезный биотрекер. Ой, что это? О, смартган есть, хочешь взять? Не-не, бери ты. Да не, бери ты. Да бери, я вон. Да не, после. Да не, ну, да не, ну бери ты. А я хотел взять. Блин. Ты собака. Ой, блин. Ну что, помог тебе твой смартган? Я тоже упал, все. Куда-то полез. Это лоб. Ну что, сынку, помогли тебе ты с Марганы? Ладно. Все какое-то... Да. Стало вокруг голубым и зеленым. Ну ладно, зеленым, но голубым-то точно. Вот что меня этот смартган всегда смущал, то что с ним нужно стрелять с точки зрения того, что ты идешь. Mm-hmm. Что ты стоишь в полный рост. Опа. Что, нашел что-то? Да, нашел. Рабочий стол. Мне вылетела игра. А, да? Черт. А ты мне еще это самое. Можешь присоединиться? Сейчас запускаю. Ладно, мы тут еще недалеко прошли, так что. Так, попробую к тебе присоединиться. Давай. Слушай, их просто разорвало от этого смартгана. Вроде грузится. Да? Ну давай. Сейчас, блин, третий хикс. А, не, восьмой хикс. Ты где? Я вижу. Ты в самом начале уровня, наверное. Да. Ну давай, пробежись тут, там соседний коридор еще, то есть параллельный коридор. Может быть там эти жетоны у меня не находятся. Ну вот, вот, вот. Попробуй. Так, что тут у нас? Броник есть. Нет, что-то ничего не вижу. Ну ладно. Ну ладно, значит ничего. Так. Чё ты дышишь так тяжело? А ты тебе это... Ну ещё бы, у тебя такой транклюкатор в руках. Сколько у меня там еще? 304 патрона. О, бронь, я их возьму. Что у нас тут такое? Ничего интересного. Так, ну что? Да блин! Мне определенно нравится твой этот смартган. Полежать, отдохнуть, да? Я ж тебя вроде оживил, нет? Нет. Не, забирай ты, пожалуй. Нет, нет, спасибо. Хочешь подосить, да? Так, кто здесь? Бля,
Это я, походу, сделал зря. Я что-то взорвал и воздух начал откачивать. Да, нормально. Уэйю, Уэйлон Дитани хер, да? Уэйлон. Не, ну когда оно попадает, конечно, Смарган это... Так, меня шлёпнули. За что тебя шлёпнули? Все хорошие. Ну... Идут люди в бою Александров, блин. Прогресс. Please wait until the hull breach is completed. Ай! Что это за... Чего вы все такие дохлые? Ты с кем-то стреляешься, что ли? Или надо просто прыгать? Да. Просто прикалываюсь. Bishop, this is Winter. Do you have a read on the structural integrity of the elevators? Affirmative, Winter. They have power, but the damage is unknown. Would not advise. Over. Trust me. Блин, тут такая дверь интересная. Жаль, ее нельзя открыть. Какая где? Ну, на улицу ведет. Иди поиграй на улице, да. У нас тут пистолет Гормана. Ты это взорвалось у тебя? Да, видишь что? Вон там вот. Видишь пистолетик? Нет. На ящике. И тут ты видишь, только патроны лежат. Бери патроны. Они не берутся, они полные. Да. А, во! Подожди. Он подсвечивается такая желтенькая, но его нету как бы. Блин, бесит. Че-то как-то лажа. Координатами. Я думаю, все-таки мод еще там на пол. Да ладно. Ладно, хер с ним. Да. Ну так. Нет, я хочу пистолет взять. Не сработало. Ну ладно, нажимай ты. Опасными, конечно, ребята на таком разбитом корабле или с полетом кататься. Вообще, да. Течка. Ой, слушай. Тут, походу, чужие где-то есть. Ай, блин. Сам всех вас. Да, вот он чужой. Чужой. А, точно, да. Без ног, точно, да, да. Блин, наполовину утонул в текстурах. Так сразу не разобрать.
Прорыв тебе не нужен? Бежал. Да вроде нет. Хотя... Нет, не смотрю. I'm tracking hostiles. Multiple signals, all around and closing. А если тут взорвать, интересно, дверь не откроется? То... Она не взрывается. А там чужие! Ой, ёпка, красоты! Что случилось? Я тебе в плечо стрельнул гранатой. Сейчас сдохну, ой, блин. Ой, 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 не так много. Ай, чёрт. Открыл дверь, я так... Как это Гомер Симпсон, который уходит в пустыню. Это Десимер, да? Так, что тут у нас? Бляха. Черт, я так быстро не хотел. А, черт, кто здесь? Кто меня? Кто меня самое все это сделал? Кто это? Кто здесь? А ты смарт-ган выкинул уже? А он сам отвалился. Почему? Будь проклят тот день, когда ты сел за баранку этого, да? Да-да-да. Как только... Камерон, конечно, молодец, но... Камермен? Нет, Камерон, который клонил Марину. Но этот... Там, пулемет из бедра, это... Такая дичь. В любой войне, наверное, с огнестрельным оружием. Что случилось? Ну, в смысле, все, смарт-ганг закончился. Йокар на бабе, кто там стреляет-то? А вон он. Нужно снайперку взять какую-то. Сейчас возьмем. Взял, но у меня все встроено и на снайперский огонь. Вот. Девочки, ему упали. Ой, черт, ты упал. Я вот упал. Инкапаситат. Ой, без тебя. Тебя тоже? Да. Я тут жру. Это смарт. Жопу смарт, да. Как-то девочка помогает. Устал? Да, все, устал. А ты жив? А я нет. А, ты уже смотришь. Можешь меня не спасать. Так. Ну что, мне разбиться, начнем заново? Да нет, зачем? Иди дальше до следующей контрольной точки. Ай! Ай! Не специально. Что ты творишь? Живи, друг! У тебя вся контрольная точка впереди. Там проведешь ритуал оживления. Так. Аптечка. Аптечки, Белл и прочее. Они где-то там тоже.
Белл и прочее. Лезут через рельсы! Это прямо это самое. Получил, гад! Зачищено! Интересно, а скоро будет точка, когда тебя поднимут? Ну, я думаю, тут довольно быстро все это происходит. Угу. Ну, вот сейчас арена происходит, и я... Разве это не запрещено Женевской конвенции? Причинение ненужных мучений. Мир жестокого будущего как-то не очень. Да, так надо осмотреться сейчас быстро, ничего не пропустил. Как там внизу оружие лежит? Вряд ли там внизу жетоны будут лежать. Чё ты знать, я не помню. Ладно, быстренько спущусь. Опа, чпок. Не, вроде нету. Да вы бежите, вы же там стояли. Да? Да. Баранка этого пылесоса, да? Да. Кто здесь? Блин, что ты здесь? Ну нафиг. Я пошел отсюда. Что здесь творится? Опять гном-дворфы напились, да? Да, Балрога выпустили. Окей. Ну, против чужих смартган хорош. Против людей, ну, такое себе. Я нашел тут невидимые тены. А я вниз упал. Ну туда и надо. Вместе с Беллой. Вниз. Блин, а наверх уже не поднимешься, да? Да. Ну там посмотрел, ничего интересного не было. Я говорю, там невидимые стены. Там, я забыл, какая там, пятая стена, да? Пятая? Почему пятая? Или какая там, выражение есть там, четвертую стену сломать или пятую? А, четвертую, да. Типа как в театре. Три стены живые, четвертая стена это зритель. Там сюда. У тебя здоровье на... Да. Лифтик упал. Вспоминается Half-Life.
слушай, что-то меня закружило. Я вообще под углом как-то иду. Да. Мы так немного выпили же. Я только чай, на чай, наверное, крепенький был. Так сразу не разобраться. Что? О, я док так нашел. А ты где? Я вот перед тобой. Вот, посмотри вот сюда. Что ты мне на пустоту показываешь? А у тебя нету там? Нету. Ну вот я стреляю вот прям в них, да? Ну где-то там были, да, передо мной. Нет, ну, здесь ничего нету. Фигня какая-то. Ну ладно. Минимум, так, у меня в этом уровне ничего не грузится. Фигня какая-то. Обидно. Досадно. Ну ладно. Yes, I hear that. А ты вообще что-то собрал тут? Нет, по нулям. Я ничего не видел, сколько не смотрел. Блин, обидно, обидно. Прошлый уровень вроде нормально все было, правильно? Да. Так, я вот только наушники нашел. Темновато. Да, прощай. 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 Прощай, смартган. Эй, блин. Так, бегу, бегу, бегу. Надеюсь, успею. Не-не-не, где ты? Самая... Я там вперед побежал. А вот, вот, видишь тебя. Может быть, твоей огневой поддержки не хватило. А нет, ты что, телепортировал? Нет, я просто был под тобой внизу. Как ты там говорил, люблю шотган для ближнего боя? Да-да-да. Аптечечка. Люблю, да, но не в этой игре, к сожалению. И не в GTFO. Там нашего комрада жаришь, да? Жари, жари, да. Интересно, корабль в теории в космосе, да? Он наклоняется. Угу. Ну, в теории тогда и гравитации... Вместе отклоняться должна с кораблем, правильно? Ну да, как бы непонятно. Как бы непонятно, как это работает. Ну. В целом. То есть, если как это вообще гравитация работает? То есть, какие-то панели... Если на них энергия подается, то оно все должно работать, как и работало. Да. Если повреждение, то это не будет же так, что оно в одну в другую сторону. Оно конечно. Отключится. Иначе получил, просто иначе получил бы так, что когда они в космосе летят и корабль поворачивается, внутри все переворачивалось бы. Сразу инерция. Зачем такое вообще нужно? Но... Это все, всех размазывает по стенкам. Ой, резко затормозили. Половины команды нету. Пора доставать биотрекер. Ну или просто трекер. А кстати... Трекер достаешь, и сразу же видно, куда идти. Ну и что, видно, сколько шагов ты сегодня сделал на трекере?
Короче, это, знаешь, смотрю на эти белые модельки, и имеется у меня подозрение, что игра имеет рейтинг Teen. Крови маловато. Хотя ноги оторваны. Мне даже голову разлетается. Это просто убитые скриптами крови не имеют. Ой-ой-ой. Да-да-да, мне тоже. Куда идти? Так, я буду идти к бронежилету. А, тут аптечка есть. Аптечка у меня тоже есть. Забираем. У тебя, кстати, ты полная. Ну, в смысле, не полная. Ну, спасибо. Комплимент, конечно, хороший сделал. Я борюсь с лишним весом. Так, слушай, дядя, жми на капу. Точно. Так, я жму на капу. Чё, не работает, что ли? Блин, с пятого раза. Все горит. Этот поезд в огне. Нам некуда больше бежать. О, я нашел Док Такс. Наконец. Я вижу их. Вот здесь вот. Я только шлем вижу. Окей. Видимо, у каждого свой путь. This is the way. This is the way, да. Побери, что происходит. Гори, ясно, чтобы не погасло. Так, патроны кончились, значит надо менять оружие. Я походу. Понял. Бегу, бегу, бегу. Не успел. Не успел, уходи, уходи, тут это какая-то жимнастика. А я ведь прям до тебя добежал и не успел. Ну, он меня дострелил. Немецкий снайпер дострелил меня. Убив того, который дострелял. Так, да тебе нужно? Тебе нужно на лестницу, но на другую, наверное. Или там... Подожди. Вот тут дядя отдыхает в текстурках. Ага. У меня все в таком черно-белом. В черно-белой палитре. Типа я. Да-да, я без... понял. Без здоровы. Так, тебе наверх полно надо. Да я тут подбираю. Всякое, да? Да. Бега ты не, конечно, ковбой Хаггис. То есть Валенс Фартимелит все-таки уже. Ну, видимо, они использовали модельки из каких-то паков, кто там, знаешь, Мегасама. Да-да. И на базе тройки. Wait,
Блин, это не так. Все. Добегались. Да, он. Эх, Сулако, Сулако. Продалась ты, Вейланд, Ютани. Так. The doors have an override. Winter, you will need the armor and releases on the cargo bay door. Это ж, блядь, снять. Хрен наски. Вот это меня так. Это меня очень сильно и больно покоцал. Хрен наски. Ты жив еще там? А, все, я понял. У меня вылетела игра опять. Ага, понятно. А, то есть мы без тебя сейчас? Я вроде как тут, но не тут. Там, знаешь, как у меня сейчас отображается, как будто я первого уровня, а ты 27-го. Да. Я пока загрузился, сейчас присоединюсь. Окей, ну давай. Ну там шарик мышки потеряет, да? Да-да-да, естественно, как порядочный человек, сразу стал интересоваться, а можно ли его пить? И не ослепнуть, да? Да-да-да, это комменты понравились. Попробуй чуть-чуть, если ослепнешь, то значит ты метиловый. Если наоборот станешь лучше видеть, аж пыль будешь замечать, значит ты запропиловый. Правильно, да? Мне просто знаете, понравилось. А его, короче, можно пить. Но у него эффект алкогольного опьянения в 10 раз выше, чем у этилового спирта. Соответственно, если ты писюрик выпьешь, унесет как с пузыря. Все броньки сняли. Прикольно, да, когда броньку снимают, она такая дырявая, вот рядом лежит. Да-да-да-да-да. Так, груз лежит. Вроде как... Что у меня с микрофоном происходит, а? Да нормально все, я тебя хорошо слышу. Да-да-да, ты меня хорошо слышишь, да. А УБС там с ума сходит. Я теперь хоть это самое разобрался, наконец. Что такое шкалик? Что такое пузырь в объемах? Ты знаешь, шкалик сколько это? Сколько? По-моему, 100 грамм. Окей. Что это значит? Информация, конечно, очень полезная. Так, что за нас?
А, вот, вот тут я понял. Так, тут какой-то триггер, я активирую его. Краном перед что вы хотите. О, что do you mean by that? О. О, я что-то ломаю. У меня. Смотри, и все сбилось. Так, меня убили. Так, что держись. Стараюсь. Тебя убили? Нет, 60. Суки. Они, походу, бесконечно распаунятся. Есть такая возможность. Возможно, та позиция, где ты выбрал, она не очень удобная была. Так, ты где? Тебя не выкинул? Я в загрузке пока что. Окейшки, давай, подсоединяйся. Калик, чекушка, сюрик, узырь. И разберитесь во всем этом. А я недавно саке попробовал. Хотя рассказывал. Нет. Короче, возникла такая идея, чтобы сушу мы едим часто, ну надо как-то так, знаешь. А, все, я вылетел. Черт. Ладно, я тебя подожду. Надо, значит, красиво как-то все это делать, в общем-то, и я поэтому решил саке попробовать. Ну, в одном магазине сунулся, в другом, в общем, нашел. Поначалу я попробовал, это как-то херня, то есть я там бокал налил там от коньяка, знаешь, вот этот вот маленький такой, типа, в руках греть надо. Пью и не понимаю, что за чертовщина. Сначала не понял, а потом понял, да? Ну, значит, выпил как бы фигня какая-то, вообще непонятно. То есть, как бы, и не водка, и не это самое, и не пить так вот, знаешь, как, и не long drink. Второй раз взял, ну, как бы, саке это есть, надо попробовать. Я что-то как-то так шкалик, ну не шкалик, это сот. Вот ты у нас профессионал, скажи, как-то. Писюрик. Стопка на 100 грамм. На 100 грамм налил. И знаешь, по чуть-чуть так вот, еще перед этим погрел этот саке в теплой воде. Там бутылку поставил в теплую воду, чтобы она... комнатная температура плюс, вот, и маленькими глотками он только хорошо пошло, даже стал симпатично. Интересно. Вот. Так что так вот, ну такая легкая водка, он там градуса 20. Понял. Рисовый алкоголь. А я все хочу где-нибудь спирт найти. Обычный. Чтобы замутить ликер домашний. Какой-то банановый там, знаешь. Это все, конечно, не быстрое дело.
пока там он стоит, но... Но спирт, к сожалению, просто так не купишь. Ой, блин. Буяня. Так, хорошо. Зачистили низ. Так. У вас, вот можно спирт купить вообще просто? В принципе, спирт. Никогда не интересовался, поэтому я тебе не скажу. Понял. Но у нас только... Технический спирт можно, так. Хрен его знает. Ну, технически я уже пробовал. Такое себе. Кто там? Ой, извини. У нас, короче, только этот, как там, салицилы можно купить в аптеке, и все. Ой, там по 50 грамм. Ну, салицилы какой-то там. Не питьевой, короче. Ну да. Видно, что убойная, оказывается. За что там? Так, бронь какая-то есть? Ладно, похер. Там возьму. У меня хотя бы сохранилось то, что я один тон нашел вчера. Несмотря на то, что я в третий раз подключаюсь по новой дивизии. Я за тебя прям. Кишки там. Что-то вообще надо. Так, мы вообще в правильном месте или неправильно? Что-то... Я сейчас только что здесь на клавиатуре что-то нажимал. Да. Еще один готов! Так, пока что непонятно. Понятно, дверь открыта. Окей. Груз. Не понял. А, я понял. Я пошел через этот самый. Уже кран нужно было поднять для того, чтобы пройти. Вот, я пошел. Я умер, не понял. Ой, непонятно. Я устал. Да, не успеешь. Вот теперь всё. Да тут у меня препятствия были на пути. Я... Ребята, может, сожрали меня. Ух, что-то сложно. Стало. Да. А я взял эту плазменную винтовку, прицелился в врага, выстрелил и умер. Может быть, я не той стороной винтовку взял. Не той стороной. Так, ты там живой?
Или опять тебя выкинул нахер. Кстати, я погружу и дальше посмотрим. Ладно, я пока буду людей отстреливать. Negative actual. We can't remote open the cargo doors. I think the ship is buckling on top of them. The doors have an override. Winter, you will need to arm the emergency releases on the cargo bay door. Не, Рэйвен. Рэйвен тебе не показывал свою татуировку? Да. У него на всю спину хищник и чужой. Оу. Я заценил. Я играл в Снайпер Эли, ну, в смысле, Зомби Арми. Я натренировался. Короче, Калли, моя смерть в игре, это перезаход игру. Я тут. Ну? Может, это именно конкретный момент? Возможно. Потому что не было же такого. Не было ни единого разрыва. Ни единого разрыва! 12 часов происходит это. Учение, я уже забыл, что там было в этом... Записи. Вы закрываете где там что-то. Телефон. Вероятность файер-резиста крайне мала. С этим чуваком, кстати, про единого разрыва очень много роликов. Он до сих пор мучается. Да. Он этого прикола не выкупил. Много звонили, записи его выкладывали. Там звонил, жаловался, провайдеры, остальные там вышестоящие. И все записи постоянно кто-то выкладывает. Зачем нам патроны, правильно? Да вы надоели, вы что стоите? Так, слушай, я сейчас... Блин, я сейчас свалюсь куда-нибудь. Вот фиг, я умер, ну ладно, держись. Да, что ты сделал, зачем ты это сделал? Ну я жив пока, но... Блин, почему у меня это самое? Задерживает. Хикс, я бегу из последней сил. Успели. Успели. Так, я его домой. На вниз. Я так понимаю. Давай за нами, он за мной. Суровые ребята. Ой.
аптечечки здесь справа. Подбирай. Спасибо. Ты мне прям... У них прям очень много стрелять надо, чтобы они померли. Да. Чтобы интереснее было. Да-да. Jesus Christ! Up. Ну, у них там... Лос-Энджин 2, и я в ванне. Сдавлено мэйдэй. Рейдер 6-5, идёт вверх. Повторите. Закрыл руки. Вот что за пилоты? Контрольную карту не выполнили. Закрыл руки, не сидят. Плюс один ранг. Нет, мне три ранга дали. О, здорово, можно что-то